На площади Каспийска многолюдно. Все потому, что город отмечает один из важных праздников – День народного единства. Неподалеку от сцены расположилась выставка тематических работ воспитанников детской художественной школы. Ребята изобразили многонациональность народов нашей страны, мир и дружбу. Праздничный концерт фестиваля народной культуры «Вместе мы, Россия» открыл военный оркестр краснознаменной Каспийской флотилии. Народной культуры «Вместе мы, Россия» не случайно приурочен ко Дню народного единства. Этот праздник знаменует неразрывность истории с величием и славой нашего Отечества, утверждает единство нашего многонационального народа и нашу преданность своей стране. Фестиваль способствует патриотическому, духовно-нравственному воспитанию населения, сохранению в обществе межэтнического мира и согласия средствами культуры. На сцене также выступили хореографические ансамбли «Мир танца», «Вдохновение», а также государственный ансамбль песни и танца «Дагестан». Во время празднования состоялось торжественное раскрытие государственного символа страны – флага России. В рамках концерта также состоялось награждение дипломами творческих коллективов от Министерства культуры Дагестана. Отметим, что организатором выступил Республиканский дом народного творчества совместно с администрацией Каспийска.